Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы проходим Mad Father, и с вами Bloodlines, и мы остановились на том, что мы должны спасти все-таки папу и нашу маму, снять проклятие семьи, и вот мы остановились на портале. Так давайте же зайдем, посмотрим, что же там будет. Если мы прыгнем внутрь, возврата уже не будет. Возможно, это последняя серия, я не знаю точно, но... Но может быть такое. Ух ты, бензопила у нас-то осталась. Итак, она все-таки решилась. Интересно, что она выберет? О нет, опять выбор. Ну сколько можно? Хе-хе, я не смогу оторвать взгляд аж до самого конца. Чувак, как я тебя понимаю? Я тоже не могу до самого конца оторвать взгляд этой игры, потому что игра просто супер. Но не только игра, сам сюжет. Я аж проникнулся, я аж чувствую себя маленькой девочкой. Я аж чувствую, как у меня вырастают сиськи маленькие. И как я надеваю бюстгальтер. Ладно, что это? Это, знаете, похоже на какую-то голограмму с игры с какой-то. Похоже на мир из какого-то рассказа. Лучше поскорее пройти. Что это за столбы какие-то? Это сохраняться, да? Давайте, наверное, на третьем сохранимся. Тьма. Опа! Я нашел проход дальше. И мы попадаем, наверное, на уровень 2 или... Опа, вот и мама с отцом, еще и плюс. Мария, походу, лежит. Мама? Итак, Ая, ты пришла. Значит, это и вправду была ты, мама. Мама. Зачем она забрала папашку-то? Мама. Не стоило приходить сюда. Почему она без глаз? Зачем? Зачем ты это делаешь? Разве ты не видела ответа, пока шла сюда, Ая? Этот человек больше не должен причинить никому зла. Я не хочу, чтобы от него пострадал еще хоть кто-то. Ты лжешь. Если кто и понимал папу, так это была ты, мама. Ты ведь просто возненавидела Марию, разве не так? Она любила папу, а ты не хотела, чтобы они были вместе. Я понимаю, что ты чувствовала. Я тоже любила папу, и мне казалось, что Мария отбирает его у меня. Я была так напугана, что чуть ли не задыхалась. Ха-ха-ха. Я так и знала. Да, все именно так, как ты и говоришь. Я больше не хотела терпеть, что твой отец сейчас вместе с Марией. Но раз так, значит, ты еще любишь папу. Тогда зачем ты заставляешь его страдать? Я не хочу, чтобы он страдал. Я просто не хочу отдавать его еще кому-то. А значит, я заберу его с собой. Ты не можешь так поступить. Без папы я останусь совсем одна. Я не хочу быть одной, я хочу, чтобы мы жили все вместе, я, папа и ты. Мама, возьми меня с собой. А, возьми меня с собой, пожалуйста. Даже не думай об этом. Я хочу, чтобы ты продолжала жить и была счастлива. Я не смогу. Я буду счастлива, когда окажусь с мамой и с папой. Не оставляй меня одну. Ого. Что? Только не говорите мне, что никто не... Никто мне не помешает. Только не говорите, что сейчас будет еще схватка с мамой. Мама? А теперь, дорогая, дай нам уйти. Папа. Ая. Папа. Что происходит постоянно, я не понимаю. Папа? Почему то возле нее, то там? Ая, почему ты не слушаешь свою маму? Не забирай папу. Уйди с моего пути. Мам, никто не отнимет его у меня. Мама, остановись. Он только мой. Возможно, нам сейчас какой-то выбор надо будет сделать, да? Что это, мистер? Магическая вода – один из продуктов моей компании. Можешь не сомневаться, что сила, скрытая в этой воде, поможет тебе. О, я знаю, в чем смысл сейчас будет. Я смогу спасти своего отца, если использую это. Но как мне спасти маму? Если ты сможешь коснуться мамы своей любовью, это наверняка спасет ее. О, блин. Какой же трудный выбор, правда? Но я и в самом деле не уверена. Что же мне делать? Спасти папу и исполнить желание мамы? Блин, какой... И что тут можно сделать? Я, в принципе, как бы за маму, потому что папа как бы добро... То есть не добро делал, он
людям как бы бошки отрывал, там проводил эксперименты. И все-таки, ну, наша героиня как бы любит отца. Я даже не знаю, что сделать. Давайте, наверное, исполним желание мамы. Я просто не знаю, что будет. Давайте посмотрим все-таки. Может, еще и следующую концовку выберем, пройдем. Просто для интереса. Но мне кажется, что надо делать, как говорит мама. Поехали. Просто отдадим его ему. То есть ей. Прости меня, папа. Мама, мама любит тебя больше всех на свете. Я не могу забрать так у нее. А я... Прости. Мне кажется, это правильный выбор. Почему-то. Хотя, возможно, я и не прав. Но ведь он причинял зло другим людям. Что это? Что это? Где я? Неужели я вернулась обратно? И больше никого. Знаете, почему я выбрал маму? Потому что я подумал, что тот чувак, который лысый, возможно, он нам не был другом. Возможно, он что-то к своим целям каким-то дал нам магическую воду, и мы бы убили маму. Хотя, блин, не знаю. Давайте еще сохранимся тут, чтобы посмотреть другую концовку. И давайте посмотрим, что же тут. Кровь. Полная резервуар наполнен кровью. Без понятия, что тут происходит. Манекен одет в платье невесты. Он как живой. Чучело кого-то. Манекен выглядит одиноким. У этой куклы такие большие глаза. А это что за знакомое лицо? Хм. Ящик наполнен мусором. Что же? Кстати, заметьте, и драгоценные камни я не использовал нигде. Может, что-то надо как-то... Ну ладно, давайте пройдем дальше, посмотрим. Опа. Манекен опять же. Во. И мы теперь, наверное, будем разговаривать с вороном, да? Или опять сохранение? Почему постоянное сохранение? Давайте еще тут сохранимся, чтобы вдруг где-то что-то мы неправильно сделали. Не открывается. Ну, давайте поклацаем. Где я нахожусь? Что-то мне кажется, что что-то сейчас будет. Что-то очень грандиозное. Что-то очень страшное. Что-то то, что раскроет нам весь сюжет этой игры. Блин, знакомое место, я не могу понять. Мария? О. Что там такое? А где? Хозяйка. Как это где? А где доктор? Я вот перед тобой, хозяйка. Что с ним случилось? Хозяйка, доктор. О, нет. Что такое? Доктор, доктор. Ну да. Вот такие вот дела. Хм. Блин, что-то у меня сомнения все равно. Сомнения того, что мы что-то не то сделали. Здесь так тихо, проклятие должно быть поблекло, и папа больше нет. Неужели мы избавились от проклятия? Возможно, это и к лучшему. Да блин. Так, меня немножко отвлекли. Продолжаем. Никто больше не будет страдать от его экспериментов. Ты бы сказала то же самое, мама. Да. Я думаю, это нейтральный конец все-таки. Хотя. Ну что же делать мне теперь? У меня нет ни папы, ни мамы. Я осталась одна. Нет, я не должна так говорить. После всего, что случилось, должна ли я жить... Одна и дальше. Мария все-таки у нас осталась, я смотрю. Мария, ты можешь вернуться домой? Но если тебе некуда идти, то можешь оставаться, в принципе, да? Вон она бежит за нами. Ох, Мария. Что это было? Она ударила нас? Ты че, собака? Я тебя сейчас... Матку твою порву на немецкий крест. Ты че сделала? Что за хрень? Доктор, вас больше нет с нами. Но, пожалуйста, не волнуйтесь, я займу ваше место.
Будущее, которое вы предназначали хозяйке, я позабочусь об этом. Пусть ваш покой будет мирным. Охренеть! Охренеть! Это плохая концовка! Я вас люблю. Я идиот. Плохой финал. Охренеть! Вот это круто! Вот это супер! Давайте попробуем загрузиться сейчас с тьмы. И давайте сейчас... А ну-ка, тут никуда нельзя больше идти. Давайте пройдем дальше. Давайте сейчас сделаем так. Спасем отца своего. Почему-то мне кажется, что если мы спасем отца, отец к нам, как бы, знаете, как бы вам сказать, не, ну, как в Звездных войнах, помните? Сейчас. Сжалится над нами, помните, как в конце там Дарт Вейдер над сыном сжалился и погиб из-за него? Ну как, чтобы спасти его. И вот может отец нас защитит от Марии. Да я знал всю игру, что это Мария, просто шлёндра. Он валяется, падла. Если бы ее можно было скинуть как-то отсюда. Возможно, это проклятие лежит на маме, как бы. И возможно, она как бы плохая. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, что будет за развилка там. Что-то мне кажется... Никто мне больше не мешает, да, на моем пути не станет. Давайте же смотреть, что же будет в другой концовке. А я. То сейчас главное не нажать случайно, не ту кнопку. Папа. Мне кажется, это проклятие, возможно, Мария сделала. И если мы сейчас святой водой, может, ее обольем, или той водой, хрен его знает. Возможно, проклятие снимется, и, возможно, она как бы добрее к нам станет, расскажет, кто же. Но как мне спасти папу? Правда? Что же мне делать? Спасти папу, давайте. Почему третьего варианта нету? Убить Марию и... Завалить всех подряд. Воскресить маму там, не знаю. Ая, что ты делаешь? Прости меня, мама. Ая, прекрати. Я таю. Мое тело исчезает. Мама. Ая. Нет, не уходи. Но это тоже не та, наверное, концовка, какая бы хотелось. Что прям самое лучшее. Хотя, возможно, мы ее освободили просто, чтобы она не летала по замку там. Ну вот, смотрите, отец теперь с нами. И где я? Папа? Ох. Я спасен? Ая. Да, ты спасен, я тебя спасла. Ая. Прости, Ая, ты так волновалась обо мне. Папа, мама. Да, я знаю. Маме, наверное, было очень одиноко. Завтра мы навестим ее могилу, чтобы ее душа не... Хорошо. Вот она, кстати, ее душа, походу. Ая, я не хотела, чтобы ты знала правду. Но теперь, пока последние из моих сил не истаяли... Что-то она сейчас... Что такое? Она нам что-то показывает, наша мама. Что? Прекрасный образец. Я займусь остальными материалами сама. Это может подождать. Подойди сюда, Мария. Доктор?
Доктор, ну да, я. Ну, это понятно, что она изменял, что он изменял. Боюсь, что девочка в курсе наших отношений. И что какое-то имеет значение. Кстати, вот этот момент был, да, я помню. Не думаю, что она испытывает ко мне нежные чувства. Это может стать проблемой. Ей скоро исполнится 11, трудный возраст, что не говори. Пожалуйста, будь к ней добрее. И следи, чтобы никто не причинил ей вреда. Она моя самая любимая. Кукла из всех, что у меня есть. Пиздец. Что? Кукла? Я? Папа? О, нет. И эта концовка нехорошая. Что? Что такое? Ох, это же... Что же теперь? Мама? Но мы призраком играем. Но он постоянно проводит все время в своем подвале внизу. Если я сейчас узнаю, что... Он снова путается с этой. Доктор, хозяйка. Ая все больше и больше становится похожа на маленькую леди. Подумать только, еще недавно она только и делала, что дразнила и отвлекала вас. Ха-ха, да, в самом деле. Я думаю, еще чуть-чуть она должна созреть, еще чуть-чуть. Я хочу превратить ее в самую красивую куклу из тех, что когда-либо делал. А, боже. Что? Во что? Она должна стать шедевром лучшей... Работы венцом моей коллекции кукол. Кукол? Что ты сказал? Превратить ее в куклу? Мама, что там такое? Я уберу ненужные материалы. Да, пожалуйста. Я никогда не прощу тебя. Я никогда не позволю тебе превратить свою любимую дочку в один из твоих экспонатов. Что? Я так понял, он ее убил. Или он ее отравил. Ты что? Что все это значило? Ты планируешь эксперименты над ней? Значит, ты послушала? О чем ты только думал? Она же наше единственное сокровище. Именно, она изумительная дочка. Я хочу сохранить ее такой навсегда. А иначе рано или поздно она запачкается. Я даже представить боюсь, что такое может случиться. Так что лучше я превращу ее в куклу. Я могу поверить. Не могу поверить, точнее. Я никогда не дам тебе сделать этого. Я ухожу. Что ты сказала? Если ты так сильно хочешь куклу, похожую на нее, сделай себе копию. Погоди. Ты хочешь увести ее? Этого я не могу допустить. Отпусти меня. Я не могу позволить тебе сделать, что ты задумала. Мама? Да, он ее убил, как я и думал. Мама? Нет. Жестоко, конечно. Ну, я так и думал, в принципе, что это он ее убил. Или Мария, или он. Ну, он, конечно... Я не думал, конечно, об этом. Ну, миледи, не покидайте нас. Доктор, зачем вы это сделали? Так надо было сделать, ради будущего Аи. Но, миледи, не смей говорить об этом Ае. Но! Она и так была слаба. Скажем, что она умерла во время приступа. Я не могу сказать ей. Ты что, отказываешься выполнять мои распоряжения? Нет, я не имела в виду это, Мария. Что бы ни случилось, я буду верна вам, доктор. Потому что ты мой ассистент. Ах, доктор. А теперь мы должны избавиться от тела. Помни, что я не должна это видеть. Его, точнее, видеть. Вот почему эти куклы манекены были. Он просто... Выпотрошил их все и набил чем-то, походу. Это что, сон? У меня просто был плохой сон, да? Это не сон. Это реальность. Мам? Прости, Ая. Твоя мама любит папу даже сейчас. Поэтому я не убила его. Хотя должна была. Мама, не говори так. Беги, Ая, беги от него. Ух. Что же теперь нам надо делать, Ая? Нет. Нам надо, может, убежать? Ая, что случилось? Почему ты так испугалась своего папы? Не трогай меня. Это... Что это? Мама? Нет, мама. Ая. То, что я сейчас увидела, я не сошла с ума. Папа, ты... Ну хорошо. Па, хорошо, а я разве ты не видишь, как прекрасна твоя мама? Правда? Я надеялась сделать еще кое-что.
Я думал, что у меня будет еще чуть больше времени, но... Папа, ты собираешься сделать из меня куклу? Не строй такое грустное лицо, Ая. Когда я сделаю из тебя куклу, твоя красота сохранится навечно. Посмотри на этих детей, прекрасны, разве нет? Точно в таком виде, в котором они были при жизни. Это изюминка всех моих исследований. Никто из них не двигается. И я буду такой же. Если бы ты не знала, что это куклы, ты бы никогда не догадалась сама. Но их головы, глаза, тела, руки, ноги, все это было собрано из разных людей. Это же почти невероятно. Мы можем соединить собаку с человеком, если хотим. Разве не восхитительно? А какой бы хотела быть ты, Ая? Увы, я не могу позволить себе серьезные изменения, раз уж я хочу сохранить твою красоту. Папа, прекрати. Хотя да, зато я могу превосходно одеть тебя. Расскажи, что бы ты хотела носить? Нет. Ая. Куда это ты собралась? Давай иди к папе. Нет. Ты что же, не будешь слушаться своего отца? Прости, папа, но я... Я не хочу быть куклой. Нам надо сваливать, походу, отсюда. Но опять же... Опять же у нас есть момент, от которого мы можем сохраниться. Давайте... Я без понятия, на какую сохраниться. Потайная лаборатория, мы сохранились. Давайте, наверное, на лаборатории. Тут как раз мы не испортим ничего. Может, что-то нам можно как-то использовать? Нет, нет, нельзя. А может, возвратиться? Нет. Я должна бежать. Не открывается. О, нет. О, манекен закрыл дверь. Открой дверь, Ая. Манекен загородил дверь? Спасибо. Ая. Не открывайся же, на Z, да, нажимать, наверное? Давай. Давай. Ну же, открывайся. Ну. О, нет. Блин. Что так? Твою дивизию, что делать? Что делать? Я должна бежать. Но как? Зе! Есть. Вали, 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 вали. Валим, валим. Это то же самое, как и в Witch House. Давай, давай. Не открывается, нет. Нет! Возможно, я... Куда-то, наверное, в другое какое-то место надо бежать. Надо что-то придумать. Может, как-то... Блин. Что же делать? Я без понятия даже. Там, кстати, рычаг был. Наверное, как-то надо оббежать его. Или сначала включить, а потом оббежать. Ах ты, падла. Все, теперь ясно, что нам надо делать. Давай, 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 давай. Та твою дивизию. Так, 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 так. Есть, есть, есть. Получается, получается. О, Мария, блин, надо как-то... В принципе, я вернулась, доктор. Надо как-то манекен, чтоб нам помог, хозяйка. Мария, не позволяй Ае сбежать. Наверное, надо... О, есть. Мы автоматически убежали. Погоди. Что? Куда? Куда? Куда бежать? Куда бежать? Куда же мне бежать? Да блин. Итак, что же, мы пришли по верному пути или нет? Как вы думаете? Сейчас мы будем разбираться в этом. Опять же закрыто. Что же такое? Что же делать? Возможно, у кого-то может ключ есть тут. Кто лежит, отдыхает, загорает. Здесь нет тела. Что? А, мы спрятались, да? На место тела, на этого. Чтобы папашка наш не заметил нас. Ай, Мария. Хозяйка, где ты? Опа. Куда она побежала? Извините меня, я, кажется, упустила ее. Что? Я ужасно извиняюсь. Я уверена, она не могла убежать далеко. Давайте поищем где-нибудь еще. От тебя нет никакого прока. О, он ее зарезал, что ли?
Он обезумел вообще. Да, он ее зарезал. Возможно, у нее... А, он просто пробил двери. Смотрите. Ох, доктор. Теперь ты не сможешь ничего сделать плохого. Отец все еще там, все ясно. Значит, нам надо бежать обратно же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что он орет? Так, где мы сохранялись? Наверное, тут. Главное, чтобы не сохраниться где-нибудь в другом месте. Так, эту дверь... О. Опа. Ой-ой. Я не могу управлять. Давай, давай, давай. Валим, валим. И прям падаю на том же месте, там где... И та часть закончилась. Что такое? Вот эта хрень, которая ползала за мной всю игру. Да? Пойдем с нами. Нет. Ну хватит уже этих игр в прятки, Ая. Мне не нужно было... А, мне же нужно было как-то остановить тебя, правда? Неужели эта кукла меня остановила? Пусти меня. Я не хотел причинить тебе вред, Ая. Мне жаль, что так вышло. Нет, папа, не надо. Но я могу закрыть твою ногу юбкой. Это нетрудно. И будет неплохо смотреться. Я не хочу этого. Я всего лишь хотел остаться с тобой, папа. Я люблю тебя, папа. Пожалуйста. Не делай этого, Ая. Не тревожься, папа и Ая теперь всегда будут вместе. Так что пусть ничто не нарушит твой покой. Неужели он сейчас... Я люблю тебя. Неужели? Неужели он нас убил? Вторая концовка. Что такое? Охренеть. Да, твое платье на тебе смотрится просто великолепно. Это же вторая концовка. Где тут средняя концовка? Вы что, думали, что та первая была лучше? Ну все, теперь пора спать. Да. Охрененная концовка. Спокойной ночи, Ая. Плохой финал. Два плохих финала тут. Так, давайте я еще посмотрю, какие тут есть еще финалы. И надо по-любому найти хороший, потому что нельзя просто так эту красивую игру заканчивать. Где-то что-то я, скорее всего, пропустил. И, возможно, я сейчас поищу и посмотрим, что же будет.